Всем доброе утро! Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Мы с Машей съездили, сдали анализы. Маша кровь с мочой. Я тоже сдавала из вены. Так, кровь плюс мочу еще сдавала. И сейчас зашли в магазин и идем домой. Сегодня погода на улице замечательная. Прям вообще тепло-тепло на улице. Сейчас придем, посмотрим, сколько градусов. Ладно? Всем хорошего дня. Тайсон, мой мальчик. Хороший мой мальчик. Да, Тайсон? У нас, ребята, день. Я съездила на оптовую базу. Взяла 2 кормосмес для всех видов животных и 2 куриных комбикорма. Ну и так тут же купила 3 вида разных макарон. Рис пропаренный и гречку. Да, Тайся, скажи ей все, вот это вот все наши покупки. Ладно, пойду дом открывать, дома никого нету. Еле перетаскали эти мешки. Ладно, идем домой. Всем добрый вечер, дорогие друзья. Я собралась идти в садик. Многие меня потеряли, спрашивают: Настя, где ты? Что случилось? Расскажи. Ребят, рассказывать я пока не хочу. Кто со мной общается, тот знает, в чем проблема. Все нормально, все. Мы справимся, мы сильные. Мы будем улыбаться. Я сейчас иду в садик. По пути мне надо зайти в магазин хозяйственный. Там кое-что взять. Ну, а так в целом все нормально. Ничего, справимся. Мы же женщины, сильный народ. Это мужики из-за любой болячки будет ныть. А мы справимся. Ладно, идем в садик. Пришла за Мариночкой в садик. Смотрите, какие они тут человечков делали к 23 февраля. Красивые. Так, а где у нас? Вот Маринин человечек. Молодцы. Тут кружечки они рисовали. Ты не делала? Тебя не было, наверное, в то время, когда они делали. Ну все, одевайся, одевайся давай. Сейчас пойдем за Ванюшкой. Да? Давайте. О, какую я красоту, ребята, увидала. Смотрите. Молодцы, ребятишки. Твоей нету? Ну, тебя не было тогда. Ты тогда дома была. В морозы, видимо. Так, все, пришли мы уже с садика. Приношу извинения за свои волосы, но после шапки они всегда у меня такие. Зашла в магазин, кое-что купила. Сейчас покажу, что купила. Завтра у нас садик не работает из-за отключения воды. Детки у меня останутся дома. В целом, помните, я вам показывала органайзер, который у меня не подошел в коридоре. Я зашла, взяла вот такие вот 2. По ширине... должны подойти. Я извиняюсь, но просто ко мне вот это вот чудо залазит. Он любит у меня тут сидеть. Взяла вот такие вот 2. Ну, по ширине. Померим на полочку. Влезет, нет, сверху поставить вот так в коридоре. Света сейчас сразу проверит. Также купила молока 2 литра. Ой. Все, помещается? Все, ура, помещается. И 2 булки хлеба. Сегодня целую кучу, много. Целый пакет набрала разных печенек. Ну, это я днем брала такие. Ну, и тут еще целая куча, показывать не буду. Также взяла, у меня постоянная проблема, это с резиновыми крышками. Все старые я свои выкинула. И получается, мне нечем крышек нету банки накрыть. А то мне нынче подруга дала тыквенное варенье. Попугай. Видите, какой у меня попугай? Да? Ты мой попугай? Да ты меня любишь. Конечно, мама кушать должна дать. Он меня постоянно на шее сидит и облизывает мне постоянно. Так, в целом 2 крышки купила. И 1 маленькую крышку на маленькие баночки у нас. Потому что бывает, что нечем накрыть маленькие банки. Вот такие вот в целом у меня все покупки. Света, ты тортик ела? Ну ладно.
сейчас, слава богу, то я стою, как это, боюсь пошевелиться. Но в целом, так у нас все нормально, все хорошо. Я креплюсь, сильно стараюсь не расстраиваться, хотя, конечно, переживаю, но не расстраиваюсь. Спасибо всем за поддержку, кто мне писал. Рассказывать пока ничего не буду. Я надеюсь, что я сейчас следующую зарплату получу, сдам анализы. Но мне, по идее, в регистратуре сказали, что их можно бесплатно. Если есть место, то поставить на бесплатно. Если мест нет, то тогда я буду платно анализы сдавать. Какие, я пока ничего говорить никому не буду. Но вот в целом, ничего хорошего мне не сказали по УЗИ. Честно, расстроилась очень сильно. Я ревела, я очень сильно. Я продолжаю реветь, но это я показывать не буду на вид. Буду всем улыбаться, и будет настроение хорошее. Поэтому это нас не подавит. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего вечера. Вкусные? А Егорке не понравились. Ладно, сейчас будем чем-нибудь заниматься. Чем? Подумаем, найдем чем заняться. Может, салат? Хочу салатик нашинковать. Нашинкуем с вами салатик. Всем добрый день. На улице, ребят, так хорошо, снег идет, тепло, но ветер такой немножко прохладный, а так нормально. В целом, я еду в больницу на прием к врачу, чтобы она мне выписала там определенные еще анализы, чтобы сдавать. А потом уже будем дальше действовать. Так что вот так вот. Ладно, едем в город. Что ты? Смотри на меня. Все, дорогие друзья, съездила я в больницу. Терапевту на прием. Ну, она сказала, изначально мне надо сдать анализы. Месяц ждать результат. Потом мне надо записываться будет к эндокринологу. Я зашла по пути в магазин, купила хлеб, батон нарезной, у меня дети любят его, вот я его взяла. Да, сына? Мяу пришла, я вижу, что... Не трогай. Хорошо, иди. Потом взяла сыр «Дружба». Вот такой жидкий. Так, батон у нас по 29,99, ну по 30 рублей. Сыр по 109 рублей. Потом купила масло бутылочку по 83 рубля. Пакетики фасовочные 23,50. И взяла, ребята, 10 килограмм сахара. Доставать, поднимать не буду, но вот здесь пакет. Так, сахар у нас по 45,99. Короче, 46 рублей. Помимо этого, я еще зашла в другие магазины. Сейчас покажу, что взяла. Деткам сейчас взяла чай, булочки пить. Дальше взяла 2 литра молока. Сейчас, киса, подожди немножко. Ну, воду пока пьет у Маси. Лук взяла, у меня дома лук закончился. И морковку купила. Еще здесь в пакете морковка лежит. Все, отойдите, пожалуйста. Что там? Дальше увидела копченое сало. Вот такое вот. Взяла кусочек сала копченого. Меня как-то ребята просили, увидели, в магазине просили, поэтому взяла. Одну впитывающуюся пеленку мне надо для кое-чего, потом объясню для чего. Зип-пакетики взяла, мне нужны были для моих рукодельных занятий. Нет. Потом стикеры, меня ребенок просил стикеры купить ей. Нитки швейные. Я сегодня еще взяла ткань, Свете на юбку ткань, резинку, замок. Отдала сразу учителю. И мелок там. Вот такие вот домой нитки взяла. Но Света будет их с собой в школу таскать. А, ценники еще взяла, мне надо было. И врач назначил мне вот эти вот лекарства. Мелдронат. Я его купила по 2 раза в день на пить. Ну, по-моему, все мои покупки. Да, и все мои покупки. Завтра пойду на сдавать кровь из вена утром. И на ЭКГ мне надо еще. Направление мне все дали. И надо будет... Сдам анализы, потом надо будет ждать результата и записываться к эндокринологу.
Так что вот такие вот у нас, ребята, дела. Так, ТТГ, СВТ, какие-то анализы, ЭСВ. Ну, это кровь из вены. Вот, пойду сдам завтра. Так что вот такие вот у нас новости. Сейчас я немножко отдохну, потому что устала. И потом будем готовить с вами кушать. Если интересно, то оставайтесь с нами. Ребят, смотрите, разрезала сало. Видите, внутри вот такое, вот это вот сало, тут мяско. А вот здесь вот у меня Феликс на ноге висит. Видите, как он лазит по мне? Да? Вот такое вот салко. Ну, очень вкусно, я уже попробовала. Ребята, смотрите, какой у нас пошел офигительный снег. У нас снега, смотрите, вот окно, да? Видите, у меня сколько тут снега? Вонч. Снега. Тут мои кактусы стоят. Вот этот мне вообще нравится сильно. У нас есть еще один, только он там на кухне на окне стоит. И снег сильный пошел. У меня уже пришла Катя со школы и Егорушка и с Оксаной тоже дома. Ну, Оксю я забирала, вы видели, а Катя вот потом пришла. А сейчас Егор пришел со школы. Сейчас натаскает мне дрова и будем печку топить. Ну, а так вот в целом хорошая погода, тепло, но вот этот снег прям вообще... Ужас, ребята, вообще заметает. Это что такое-то? Кошмар. Нас заметает снегом. Караул. Это что так сильно-то опять метет? Смотрите, что как метет. Вот на коричневом, на темном хорошо видно. Кошмар какой-то. Прям вообще замело, замело так все. Пишите, какая у вас погода.